Всем привет, приветики, канал Айкатв, с вами Мистер Кис, и мы играем в игру Race Off. Это игра на планшете, это не Roblox, это про машинки Hot Wheels. Итак, начинаем, мы играем с самого-самого начала. В эту игру я играю в первый раз, я даже ее не видел. Так, ой, мы отстаем. Я так понял, что я... Big R? Я что-то не так сделал, я взорвался! Вот это да, интересно. Как же мне так неловко-то вышло. Странненько. Ну ладно, я еще разочек попробую. Так, что я могу тут это... Так, давайте еще разочек попробуем. И потом займемся апгрейдом нашего автомобиля. Я так понял, что тут надо прийти первым, и это одиночная миссия, пока миссия идет. То есть это не онлайн. Онлайн, по-моему, я слышал, с какого-то то ли 6-го, то ли 7-го уровня будет. То есть будут реальные противники, а пока играю я так, получается, сам с собой. Так, мы получили бензин, баланс, что-то у меня не получается вообще как-то играть. Ой, машина еле идет. Что-то не так. Наверное, все-таки придется прокачивать мне автомобиль. Ну как придется? Я должен прокачать свой автомобиль, конечно же. Но я не думал, что он с самого начала так плохо ездит. Это же Hot Wheels автомобильчики. Они должны нормально ездить, а нет. Вот, как-то он едет странно. Совсем плохо, можно сказать, вообще, как несмазанная телега, как колесо неусмазанной телеги. Нет топлива. Вот это да. Интересно, то есть, практически сразу надо прокачивать автомобиль. Да, две гонки, и у меня ничего не получилось даже доехать до финиша. Интересное начало. Так. Что-то, давайте посмотрим тут интерфейс. Так, улучшение скорости увеличивает ускорение и максимальную скорость. Полезнее при подъеме на крутом склоне, выполнении прыжков и завоевании таблицы лидеров. Ну давайте обновим. Тут можно, кстати, еще посмотреть рекламу. Ладно, хорошо, рекламу я обязательно посмотрю. Я прокачал машину. Так, улучшение хватки. На одной силе без хватки далеко не уедешь. Увеличить сцепление колес дорогой, чтобы извлечь максимальную пользу из своего мощного движка. Вот это да. Отличненько. Здесь мы тоже прокачали. Так, а сколько у нас... А, у нас 1200 монет и 1280 монет и 1200 рубинов. Улучшение наклона в воздухе повышает скорость. Понятно. Улучшение схватки. Ну, давайте все прокачаем по максимуму, сколько я смогу, конечно, прокачать. И тогда попробуем еще раз попроехаться в третий раз. И посмотреть, на что у меня из этого получится. Доеду я хоть до финиша или нет. Ну, что-то игра мне напоминает игру. Вот мы играли... Как же она называлась-то? Про машинки-то. Ой, совсем мне из головы выскочило название этой игры. Ну ладно, бог с ним. Я, может быть, вот здесь в титрах напишу. Ну не титр, а вот напишу, как эта игра называлась. У меня совсем уже памяти нету. Чего-то я не помню. И прям расстроился, потому что две гонки попробовал, и я ни разу не получилось. Вот, ребят, смотрите. Вот сейчас тачка едет нормально. Ребята, вы просили меня поиграть в игры на планшете, на телефоне. А вы говорите, что я постоянно играю только в Roblox. Нет, вот я выбрал, хоть это и не новая игра Hot Wheels, но вот все равно, вот и я решил в нее поиграть. Кстати, я давно хотел в нее поиграть, вот я решил в нее поиграть. И я играю. В принципе, это даже по вашей просьбе. Так меня как бы... Ой, что-то я откатываюсь, что-то у меня тут не получилось, я немножко неправильно с тормозом совладал. Так, меня все равно машинка-то обогнала. Ну, это как бы тестовая такая машинка, которая показывает, с какой скорости надо двигаться. Какой-то средний, да, наверное. Так, бензин, вау, хоть до бензина доехал, до второй канистры, а то мне постоянно не хватало. Так, теперь-то мы, наверное, подальше уедем.
Так, ну уже неплохо, но надо прокачивать автомобиль. Так, это что? Еще одно кольцо. А, и финиш уже. Я вижу финиш. Отлично, отлично. Ну, теперь я понял. Надо сразу прокачивать было автомобиль. Я не думал, что она такая плохая с самого начала. Мы получили две звезды. Но нет, 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 ребята. Давайте прокачивать дальше автомобиль наш и попробуем получить три звезды. Как бы, ну, не хочется начинать с самого начала, чтобы не было полностью прокачан, ну, в смысле, не пройдено ни на три звезды уровень. Давайте попробуем прокачать по максимуму наш автомобиль. Да, давайте все. Даже мы потратили немножко кристаллов. Ну, а что делать? Куда их копить, я не знаю. Скорее всего, ну, наверное, можно будет какой-то автомобиль купить, а может быть и нельзя. Не знаю. Но на прокачку автомобиля, короче, я потратил. Итак, мы едем, 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 едем. Чуть-чуть вырвались вперед. Ускорениться. Так, это первая трасса, это первый уровень, ребята. Я играю в первый раз в эту игру, так что не судите меня строго, не называйте меня нубиком. Да, я знаю, что я нубик и нубик в этой игре. Так, бензин. Отлично. Ну вот уже машина совсем нормально. Это еще не по максимуму прокачали автомобиль, но все равно неплохо. Отлично идет, хорошо. Уже можно, как бы, ну, на первых уровнях я как раз буду учиться. Big Air. Это какое-то... Понятно. Big Air, это какие тут еще надо делать какие-то приемчики интересные, да, типа сальто. За это, наверное, какие-то будут очки. Очки будут, наверное, какие-то начисляться. Так, вторая канистра. Так, на трассе, я так понял, пока есть две канистры, которые помогают доехать до финиша. И если ее не возьмешь, то, соответственно, ты и не доедешь до финиша. Так, выравниваем автомобиль. И я вижу последнее, да, ускорение. И финиш. И мы тут побеждаем, ребята. Все, мы пришли первые. Ну, то есть у нас лучшее время, не первое. Мы тут сами с собой соревнуемся. Я получаю три звезды. Отлично, отлично, минуты 13. Ну, как бы нормальное время для меня. Для меня. Так, улучшение. Давайте, у нас еще появились монетки. Давайте их пустим на улучшение нашего гоночного автомобильчика. Так, следующее открытие 1500. Вау. Так это надо еще... Ой, а где же зарабатывать эти кристаллы? А мы их потратили. Вот я дал, вот я дал. Ну ладно, все, пробуем ехать. Следующий заезд по той же самой трассе. Давайте попробуем улучшить время. Ну, я еще хочу накопить деньги. И, ну, я не знаю, стоит ли по максимуму прокачивать этот автомобиль, когда мы прошли уже на три звезды. Я думаю, что, наверное, все-таки не стоит. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потому что зачем тратить монетки, раз мы уже прошли на три звезды. Так, отлично. Отлично, БКР. И еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Нет. Игрушка неплохая, очень-очень красивая. Ну и понятно, конечно, что красивая. Так, еще чуть-чуть и будет финиш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, немножко непривычно. Да, надо привыкать к этой машинке. Итак, 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 последнее ускорение. Последнее ускорение, мы завоевываем первое место. Так, мы даже поставили рекорд на 2 секунды. Около 2 секунд меньше мы проехали, чем в прошлой гонке. Ну, улучшение схватки. Давайте еще улучшим. Попробуем еще разочек проехаться. Или будем заканчивать. На сегодня у нас будет такое коротенькое видео по этой игре. Ребята, напишите в комментариях, понравилась ли вам эта игра. И стоит ли мне дальше ее обозревать и проходить. Как вы считаете? Или все-таки надо играть в Roblox? Кто-то пишет, играй в Roblox, кто-то пишет, играй в мобильные игры для планшетов, для телефонов. Ну, я иногда буду и в эти игры играть, в мобильные, иногда в Roblox. Просто в Роблоксе мне больше игры нравятся. Ну, а здесь игры покрасивее, конечно. Ну, не знаю, не знаю. В общем, как получится, надо, конечно, чередовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то у меня не получается, не получается, не получается, не получается. Нет, идем. Я переворачиваюсь. И я погибаю. Ладно, ребята, всем пока. До скорых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. С вами был Мистер Кис. Всем пока-пока.